отдача и теплота, и открытость людей, атмосфера. У нее есть какой-то оттенок волшебности. Можно с утра репетировать, вечером ходить на концерты. Хороший эмоциональный заряд перед учебным годом. Ребята молодцы, они сделали очень много, и очень многое прозвучало достойно, хорошо и интересно. Мы занимались свободой тела, свободой самовыражения, дыханием, голосом. Я начал любить сцену. Рислав рассказал, как правильно себя навести, как не бояться, как раскрыть себя зрителям. Планы на будущее большие, благодаря этой школе и хорошим учителям. Это просто подарок, который ты вспоминаешь потом всю жизнь. С удовольствием вернусь на летнюю школу в следующем году. Для этого мы и приезжаем в летнюю школу, чтобы набраться опыта.